Всем привет! Это видео снимается специально для канала «Банковский». Сейчас давайте разберем тему, как же узнать баланс карты от Сбербанка, если у вас нет возможности пользоваться мобильным банком. Ну, эта ситуация распространенная, да, потому что сейчас в наше время хоть и все пользуются смартфонами, компьютерами и интернетом, да, который дает возможности выхода в личный кабинет, да, находясь дома и так далее. Но если у кого-то нет такой возможности, да, то как же быть в такой ситуации и как проверить баланс своей банковской карты? Так вот, это можно сделать просто, поскольку есть возможность проверить это по комбинации, либо же по СМС. Потому что если у вас, к примеру, там, да, не сенсорный телефон, нет возможности выхода в интернет, у вас просто кнопки «позвонить», «сбросить» и «набрать комбинацию». Да, в основном это сейчас у бабушек и у дедушек, и все дети, внуки стараются, да, как-то помочь, упростить жизнь старикам, чтобы им не приходилось ехать в Сбербанк, там узнавать какую-то информацию, да, а просто вводить комбинацию, и в ответном СМС будет приходить вся доступная информация, которая им нужна. Есть две комбинации, да, для того, чтобы проверить баланс. Это в зависимости от того, сколько у вас карт в использовании. Одна там или две и более. Если у вас одна банковская карта, то просто набирайте комбинацию звездочка 900 звездочка 01 решетка и вызов. И тогда вам придет сразу же ответ с балансом вашей карты. Если у вас несколько карт, то тогда нужно добавить последние 4 цифры номера той карты, у которой вы хотите проверить баланс. Это будет звездочка 900 звездочка 01 звездочка. 4 цифры номера карты, и в конце решетка, и также вызов. И также вам покажется баланс той карты, которую вы запросили. Либо еще есть возможность отправить смс-сообщение на номер 900, отправляете слово «баланс», и вам в ответном смс-сообщении приходит баланс вашей карты. Либо же, если также у вас несколько карт, то на номер 900 отправляете баланс, 4 последние цифры номера вашей карты, и вам также придет. Ну и самый сложный вариант – это ехать в Сбербанк, отделение в Сбербанка, да, и вставлять вашу карту в банкомат и проверять, соответственно, тогда уже по пин-коду баланс вашей карты. Но я считаю, что это очень сложно, как минимум кнопочный телефон есть у всех, поэтому можно проверить вот таким способом. Либо когда вы сходили в магазин, да, сделали какую-то оплату, то после оплаты вам приходит смс-сообщение с остатком на вашей карте. Но добавлю сразу, это если у вас подключен мобильный банк. Без этого, к сожалению, смс-сообщения не приходят. Ссылки на лучшие дебетовые и кредитные карты представлены в описании. А это видео снимала специально для канала «Банковский». Если оно вам было полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока!